Все, что я хотела получить, я получила. Я получила личную практику, когда можно поработать, да, отработать новые техники. Я получила нужный и как раз нехватающий теоретический материал, с которым у меня были трудности. И самое главное, что я получила наконец, это работу со мной. То есть я смогла побыть, грубо говоря, клиентом, пациентом, когда ты лежишь, и вокруг тебя там что-то происходит, и ты просто наслаждаешься этим процессом, который обычно ты создаешь, и тут наконец-таки очень-очень мастерски вы это сделали, очень здорово. И это непередаваемые эмоции, и мне кажется, что, ну, это нельзя объяснить, это нельзя потрогать, пока ты сам это не почувствуешь. Поэтому мой совет всем, кто смотрит или не смотрит, попробуйте на себе, потому что пока ты не поймешь, это все просто пустой звук. Прочувствуйте, и тогда откроется что-то новое, откроется что-то важное, и на этом